Я, кстати, подумал, почитал комментарии, последние хайлайты. Я решил, что следующую неделю я вообще не буду ныть. Ты серьезно? Так что вы подпишитесь сразу сейчас на все каналы, чтобы присутствовать в том моменте, когда уже станет точно, что я пропиздолился только что. Ох. Нормально, блядь, умотали тут меня. Окей, здесь что? Две пары тоже. Это я знал. Просто нахуй знал. Пиздец, блядь. Просто у всех первый нац, у меня второй. Ну давайте отмазить уже с этой хуйней, нет? Оп! Вот. Ой, это очень похоже на нытьё было. Не надо. Ну. Я тебя знаю. Ты сам себя знаешь. Было и было. Ну что, блядь, за это за просто невероятные какие-то линии, ебал в рот. Чё вот он здесь репит? Валет чё-то пик там, блядь, я не знаю, давай показывай. Ну, валет чё-то пик в этот раз. Повезло. Повезло, блядь. Пушится ты рукой только, вот единственный вопрос у меня. Я тебя это ебать не должна. Задумайся, мы подопытные кролики смотрим зайчиков. Перестань заряжать свой мозг ломанским дофамином зайчиков. Откажись от них. Ну, давайте попробуем. Давайте представим, что я поспорил на $500, что я не буду трогать зайчиков. Проверяйте, во сколько это все. 12.40 начали. 12.40. Так, глобти. Ну, выкину по 44. На. 10 секунд. Вот с такое время получилось. Ну, поехали. Тогда что у вас здесь происходит? Хорошо. Ну, против ранней что-то, это, конечно, они развлекаются удачно, но я не фанат туз-король сувать в раннюю. Чего, блядь? Ты давай-ка не пизди. Окей. Не знаю, меня отругало за тот пас вчера, помните, я на алым выкинул две дамы. ГТО отругало, на 6 ББ, говорит, ошибка. Я решил не выкидывать больше. Так. Не попихать не готовую. Сначала собери что-нибудь, что у тебя тусхай. Вот куда ты с тусхай на 200 ББ полез? В чья бы корова мычала, твоя бы молчала. Приятно, конечно, получать 4B200 с тузами. Может быть, что-нибудь и наладится в нашей жизни сейчас. Ну что, короли, надеюсь. Рама. Ну это не кулер, как будто бы. Я раннюю 3-бет мол, сайзингом 90. Не знаю, это выглядит небольшим переигрыванием. Но у нас прямые шансы 25. Нам надо не так много на ривере добрать, с одной стороны. Давай. Типа вот мы доехали, да, нам надо сколько-то добрать. Чтобы по шансам было колить на терне, я думаю, такого сайза хватит. Ну это грустненько, я не знаю, что-то как-то с утра прям нету заряда на то, чтобы выкидывать флеши, но, видимо, мы проиграем тут. Ух, ебать, вот это ход от фиша, прикинь, увидел туза в убей, такой, бля, надо блефовать, типа мы тут уже позади, вот это охуенно было. Топсет в 4 бэтпоте, мои любимые. Подумаем. Колем. Ох. Ну, конечно, его блеф какие-то доехали. Я про то, что это может степнуть экшен против королей, дам. С другой стороны, туз-король это тоже приличное количество комбинаций, которые доехали. Ну, ладно, что-то тут выиграли. Что-то там валеты у него были. Хуй валеты он 4 бетит. Good play. Да, согласен. Немножко good было. Давно не было. Ну, добрый вечер. О, туз-король, повезло, на. Я был уверен по скорости колыша тузы, но туз-король хотя бы подумать должны. Стоять. За все время игры в покер ты в плюсе или в минусе? Блин, вот и выросло поколение, блин, которое считает, что я реально сижу тут проигрываю папины деньги. Бай, дай 3000 на психотерапевта. Блефуют там все, но по факту... Эти топ-реги все, они точно так же пасьянс собирают, просто там чуть более сбалансированы. Но этому им придется не поверить, извините. Пока могу себе позволить вроде. Ой, бля, плохо, сейчас алым прилетит. После этой хуйни всегда ставят люди. Колпок. Изи.
такси, блядь. Чё за день сегодня? Чё за неделя, я бы сказал. Ой, блядь, ещё одна порция бракованных тузов, что ли? Ну заебали в натуре, ну что за хуйня? Чего, блядь? Я подумал, тут свалят блочи, это то, что на репу посудит. Ну что, здесь ничего не доехало, надо собирать жирное вэлью. Но женаться все еще. Ну, есть кол! Кол, сюда! Сюда иди! Сюда! Это причем честные 200 ББ выигранные. Не то, что там с этим анте-столом, где миллионы на префлопе денег мертвых лежит. Для бэт-3-бэт хорошая доска у нас. Ну, такое, если б сет был, я бы два раза согласился. Такое наказывать надо просто, блядь, за оптимизм людей. Чикрейз и кол алы на 8-7. Домой. Немножко недоборчика забрали, хорошо. Оранжевого блефовать, конечно, замечательная тема, но у меня все-таки стоит флэш-дро, могу себе позволить иногда отклониться, чтобы на ривере уж собрать нормально. Вот, раз сегодня все доезжает. Ну, естественно, это все равно value race у нас. Вообще, похуй, у нас второй нац. Против оранжевого, без вариантов. Да, ну это жесть, конечно. Против оранжевого такое раздать. Против оранжевого, первый и второй нац. Вы что, гоните? Жесть, блядь. Это обидно, конечно. Флоп чекрейзить я хотел, сейчас уже для чекрейза у нас не очень догодится. Ну и выкидывать вроде не можем. Но это по факту, это просто 3-бет пот, поэтому ну не должны мы здесь выкидывать. Адекватный должен здесь какие-нибудь топ-пары даже улюбетить. Да, так и есть. Пойду танцевать. И вы танцуйте по жизни. Пока.